Друзья, привет! Вы на канале Туристический кластер Северного Кавказа. У нас сегодня очередной теплый денек, и мы отправляемся на Козьи скалы. Перед вами Бештау, и с левой стороны будут Козьи скалы. Насколько нам известно, там находилось древнее поселение. Ну, а мы пойдем искать следы древних цивилизаций. Пойдем с нами. Как всегда, с нами Собакин, без нее никуда. Упс. Вот всегда приходится с собой носить квадрокоптер, чтобы поснимать объекты с высоты птичьего полета. Ну, без этого никуда. Почему именно Козьи скалы? Ну, во-первых, несколько лет назад мы там ходили с металлоискателем. Древние артефакты я не нашел, но нашел несколько свинцовых пуль от мушкета. Скорее всего, это эхо Кавказской войны. А один мой знакомый, вернее, знакомый моего отца, который в советское время профессионально занимался археологией и обследовал всю Бештау, в районе Козьих скал находил, помимо традиционных для этих мест металлических наконечников для стрел, женский бронзовый браслет в форме змеи. И, как он утверждает, в районе Козьих скал было древнее поселение. Так что сегодня сходим, поищем. Взяли с собой металлоискатель. Но даже если ничего не найдем, то обязательно вас порадуем красивым видом Козьих скал с высоты птичьего полета. Так что смотрите нас. Не столько устали, сколько сегодня. Но очень жарко. Часам к 2 дня обещают плюс 17. Так что из зимы сразу в лето. Это еще пока непривычно. Это надо адаптироваться. Пчелы уже у нас все летают, и муравьи ползают. Вот в чем прелесть наших поджопников, которые мы постоянно носим на свои ежо. Одеваем на самом выходе и как возвращаемся, так снимаем. В общем, сел где угодно, хоть в грязь. Вот тут вот чудесная поляночка крокусов. Рада, сейчас их благополучно все затопчат. Ну, не без этого. Сейчас посидим, полюбуемся. Звезда в кадре, да? Тренировка приостановлена.
Макин. Мимо пролетает. Ну вот цель нашего сегодняшнего похода — Козьи скалы на горе Бештау. Не сказать, что основную часть пути мы уже прошли, поскольку нам еще предстоит подняться вот по этому склону к основанию самих скал. Ну а там уже с металлоискателем походим, поищем. И я пошла. Нам наверх. Туда? Угу. Ой, как красиво! Показал гору кольцо? Мы ее потом на квадрокоптере снимем, покажем. Гора мини-колечко. Такое маленькое обручальное колечко. Ну вот, с правой стороны самый острый уступ. Там есть гора кольцо. Сейчас здесь по низу проверим, что у нас да как. Что мы берем с собой поход? Печенюхи, чаек. Ну и водичку. Вон там тарелка Радкина стоит. Пса пить хочет, да? Рада пить будет? Будет водичку Рада? Внимательно ждет. Ничего тяжелого мы не берем из еды. И думаем, что в следующий раз возьмем в два раза меньше того, что взяли сегодня. Например, только воду. И тарелку для собаки, и все. Собираем секретное оружие. Секретное оружие для поисков чужих секретов. О-о-о! Что это там делают? Вот, не надо далеко ходить. Мы не знаем, здесь ли было поселение или нет, но вот сразу, что тренировка приостановлена. Это, кусок керамики. Это либо ручка от какой-то кружки, либо от фиг его знает от чего. И это все лежит здесь на поверхности, в принципе. Поэтому поискать можно. Ну-ка, положи на ладошку. Низко опусти, пожалуйста. Вот рядом еще один кусок. Тоже на поверхности лежит. Тоже черепок от глиняной посуды. Понятно, что это, эти артефакты не представляют на самом деле никакой ценности, но по ним можно точно сказать, что здесь, ну, кто-то жил, поскольку просто так остатки посуды не валяются в лесу. Вот очередной кусочек, на котором видны следы обработки. След идет от колышков, которые вставляют для того, чтобы изначально сделать трещины. Вот это тоже. И дальше вот видно, что он ровным отрезан. Таких тут очень много. Есть даже целый каменоломник, который 100% каменоломни. Вот еще один. Явно вот краешек горшка мягенький, обработанный. Этим, конечно, здесь никого не удивишь. Но этого у нас тут валом. Хорошо, что мало.
мало бытового мусора. Ну вот был сигнал. Вот еще один черепок. Видно от посуды. Вот видно выпуклости, вогнутости, бортик. Да принеси. Что-то здесь. Там не кольцо твое звенит? Нет. Это кольцо. Зато как звенел. Это я включил опцию «Все металлы», он теперь ищет все, начиная там от черняка, да? И заканчивая золотом. Да, в принципе, можно переключиться только на цвет мед. Ну, я не знаю, наконечники из бронзы делали, допустим, или из железа. Фиг его знает. Поэтому приходится долбить почву тут по всем направлениям. Зато мы из земли выкопаем мусор, заберем его с собой и выкинем. А то нашли такое чудное место для отдыха. Но, к сожалению, пока никаких артефактов более или менее стоящих не обнаружили. Но битой черепицы очень много. Вот, так что и здесь бытового одна... мусора. Ну, бытовой мусор, да, это мудозвоны в лес приносят. Потому что по-другому он никак не появляется. А черепица, да, здесь, видимо, обитали люди. Ну, тоже таких, как мы, искателей, еще в советские времена здесь было очень много, поэтому, я так думаю, все ценное уже отсюда просто вынесли. Ну, так, если посчастливиться где-то найти что-то, так что будем надеяться только на это. Там у нас козлячья скала. Здесь у нас вот камешки такие чудные. Сейчас попробуем поднять коптер. Погода хорошая, ветра нет. Полетаем. Посмотрим, вам покажем. We'll be right back.
Короче, сегодняшний полет для квадрика, для нашего, закончился достаточно печально. Упал через деревья, видимо, на камни, на крутой склон. Оторвало вот антенны. Антенны оторвало. Оторвало подвес, алюминиевый. Ну, то, что стекла попотеряли, это хрен с ним. А датчики там целые? Двигатели целые, датчики вроде целые, да. Но датчики не нужны. Короче, ситуация такая. Заряда батареи еще оставалось, ну, по-моему, минуты на 4. И, видимо, то ли в настройках пульта стояла экстренная посадка, то ли ему показалось, что ему экстренно надо садиться. В общем, пульт отключился от управления, он тупо начал садиться в деревья. Все. То есть вот эти датчики, это все до одного места, по большому счету. Ну и, соответственно, там уже дальше больше. Короче, вот такая вот жопа. А камера целая? Камера целая, стекло разбито только. Будем ремонтировать. Короче, коп закончился печально. Печально, все ничего не накопали, переломали дорогущее оборудование и счастливые пошли домой. Да. Главное, что мы счастливы.